Привет, друзья! Рад видеть вас на канале Geju Gaming. Продолжаем проходить легендарочку. Четвертый Resident Evil оригинал. Я не забыл с конца прошлого эпизода, что тут куча еще ништяков. Мы их все собираем. И... Есть змея! Змея! Ага, тупая змея попалась, не долетела. Но мы ее найдем. Она думает, она спокойно может после таких мувов уползти. Мразь такая. Ну-ка, дай яйцо. Дай коричневое, пожалуйста. Да почему белое? Мне коричневое яичко досталось всего один раз. А, хотя, слушай, дела-то, в принципе, не так уж и плохо. Я бы даже, наверное, лучше поюзал пистолет, потому что у меня его прям вдоволь. И даже дрободана нормально накопилась. И грана... О, слушай, врываемся мы в замок прям знатно. С ноги, я бы сказал. Нормально здоровье, нормально всего. В принципе, погнали. Погнали, поехали. Кстати, сейчас мне понадобится, наверное, не... пистолет, а снайперская винтовка, если я все правильно помню. Эшли, дамы вперед, ладно. Ладно, я посмотрю. Не ссы. Ой, вот и они. Вот их замок, конечно, нормальная локация. Нормальная, такая терпимая. Ну, явно лучше, чем... Да, тут даже дают патроны от снайперской винтовки, поэтому было бы глупо ей не воспользоваться. Ну-ка. Бум! Это раз. А чё, вы... Ладно, пацаны не сильно настроены на битву, я их понимаю. Я сам не хотел это делать, честно говоря. Наверное, я пойду дальше со снайперской винтовкой, потому что... там... Да, можно вот этих вот ребяток убивать, насколько я знаю, заранее. А, слушай, у них там эти, бочки. Бочки, но я их отсюда не вижу. Так, Эшли, щемись. Щемись, собака, пошли. Так, хорошо, мы в безопасности. Я, честно говоря, не сильно помню, куда нам нужно бежать. Матаро, это, наверное, огонь. Так, слушай, тут деньги халявные. О, здрасте. Так, а что здесь? Кажется, она все еще работает. Где-то должен быть механизм, который поднимет ее наверх. Должен... Тут есть бочки. Погоди, Леон, мы не уйдем, пока хоть одна бочка стоит на месте. Деньги, и еще граната. Граната, это хорошо. Так, бомбу поднимает что-то другое. Бомбу, в смысле. Пушку. Пушку поднимает что-то другое. Они все еще хотят меня убить. Вонючие. Так, стой, они шмаляют, Эшли. Ну-ка, отойди нахрен. Сейчас мы попробуем в них шмальнуть. В ответ. Так, погоди, они стреляют? Стреляют. Смотри, собаки вонючие. Сейчас шмальнет. Эшли нам пиздец. Так, минус один. Хорошо. Кстати, это, в принципе, не так сложно. Я, наверное, справился бы и с автомата, да? Вау, слушай, а Эшли разносит? Вау, Эшли разносит просто ваншотом. Да ладно. Я такого не знал, честно говоря. Ладно, поехали еще раз. Eventually... Да что ж такое, я только избавился от этих вонючих пушек и тут пришел. Ты пришел, да? Пришел воровать мою женщину. Фух, ладно, вроде как в этот раз все получилось гораздо лучше. Да, я еще парочку раз сдох, да, не буду лукавить, честно. Но мы все-таки прошли. Я не уверен, что мы убили всех, кого надо было. Но мы убили много кого. Я точно сломал все катапульты, по-моему. Что тут просто в ящиках валяются вот эти вот драгоценные хрен пойми что. Желтая трава, какая драгоценность. Кстати, насчет драгоценностей. Я купил карту сокровищ. Все, справа, смотри-ка, что-то есть. Ага, как мне справа-то поп... О, слушай, легко пропустить на самом деле, очень легко. Золотой браслет. Кстати, надо бы объединить зеленую травушку, которая желтая на самом деле. А, вот так, наверное. Все равно у меня очень мало места. Очень мало места. Я очень экономлю патроны, на самом деле. Потому что я прекрасно... Ах ты, смотри-ка. А, погоди, так оно зачем мне, если я уже людей убил? Так вот, я уверен, что без прокачки оружия мне в будущем очень будет не хватать патронов. Так что мы постараемся как можно больше. Хорошо.
как можно больше сэкономить патронов, чтобы на будущее мне хватило. Потому что дипломат я не помню, можно ли еще хоть раз увеличить. Я могу себе позволить каждый раз покупать. Так, а как запускать? Запускать как? А, может, на ней самой кнопка какая-нибудь? Стрелять! Бум! Нахрен ваши ворота! Ну, я почти уверен, что оттуда сейчас повыбегут пацанчики. Ну ничего, мы их встретим. Хотя музыка затихла наоборот. Ну, пойдем зайдем. Видимо, нас уже welcome, да? Вполне. Хорошо, хорошо. Достаточно сложный эпизод пройден. О, welcome, действительно. Здорово, еба. Welcome. Да, привет, привет. Ты тут стоял все это время? Крыса такая. Так, насчет обновлений меня ничего не радует. Большой дипломат у меня уже есть. Места больше нет. Вряд ли я могу купить хоть что-то меня интересующее. Да, если бы я купил бабочку, у меня бы тупо не осталось места. Это очень печально. Не могу ни миномет, ни ничего. Ничего не могу, хотя денег до хрена. Могу еще продать. Давайте я продам, просто чтобы видеть, как много у меня денег. Не-не-не, две. А, это не... А, да в смысле? Тебе 8500 для тебя не деньги? Ебать, зажрался просто, мразь. Так, comeback anytime, это мы можем. Тереза. Леон, где твоя current location? We decided to lay low in a castle, but it looks like it was a bad move. Meaning? Well, it appears that this castle's also connected with the Los Illuminatus. А ты думал, хоть что-то на этом острове не связано с Лос Иллюминатус? Giving me one hell of a welcome. Sounds bad. I have an idea, Leon. I need you to... What? Repeat, Hunnigan. Хреновая у вас система шифрования, честно говоря. А, так, ее пока просто отключили, но сам Седлер не решился с нами побазарить. Ну ладно, мы еще ему ебучку-то набьем. Здесь потертая книга, невозможно прочесть. Ну ты какой, какое время читать? Еще деньги, много денег, очень много денег. Это что, меч? Берем меч. Платиновый меч. Крепится к золотой пластине. Забрать. Спасибо. Я забрал, пацаны, если что, я забрал. Если нужно будет, обращайтесь. Я верну. Так. Еба, Матано. Ебать, Аиста. Так, погоди, вот это уже неприятно. Вот это уже совсем неприятно. Пацаны. Идем. Разворачиваемся быстрее. Так, стопули, погоди. Ладно, мы в ударе. Эшли, за мной. Нахуй пошел. Так, пацаны. Так, это в какой-то момент начнет плохо заканчиваться, правда? Как-то я не так рассчитывал, честно говоря, их убить. Я надеялся, что они все-таки как-то сгруппируются, скучкуются. Там еще кто-то пришел. Ебать, ты посмотри, шакалы вонючие, а. У меня очень много снайперской винтовки, я, наверное, хотел бы ее поюзать. А! Блин. Я, честно говоря, надеялся, что они станут в ряд, и я просто пробью их насквозь. Это было бы очень круто. Так, а мы бесконечно будем это делать, да? Мне еще нравится... Там еще опять люди поднимаются. Вы гоните? Так, может, хоть вы встанете в линию? Смотри. Вау! Вот так я хотел. А, проснулся братишка. Стой, братишка проснулся. Надо с ним что-то делать. Братан! Погоди. Похлебалу! Но, сука! Так, забирай меч. Забирай меч. Давай вставим. Вставим как следует. Это золотой? Нет, все правильно. Так, гаси. Ой, гаси маловерных! Валим Эшли. Эшли сейчас сожрут нахрен. Так, я не понимаю, кто там еще говорит, честно говоря. Класс! Слушай, а Блэктейл, по-моему, да, его зовут? Хороший пистолет, однако. Пистолет-пулемет, хорошо. Шакала нашел. Красная, как давно я тебя не видел. Спасибо большое, что ты есть. Так, что это? Деньги. Потом еще деньги. Почему кто-то мурлыкает стоя на первом этаже, походу, да? Это немножко странно, странновато. Ну ладно, мы и не такое видали. Так. Слушай, а я практически не потратился, получается, да? Даже странно. Ну, ладно. Мне ли жаловаться на то, что есть патроны? А, смотри, красный хрен.
Ты какой-то особенный, что ли? Слышь? Собак сутулая. Ты все равно с вертухана как все получишь. А, я почти уверен, что у него башка родится. Почти уверен. Да-да-да-да-да, валим. Это самые мерзкие мрази, потому что они сжирают вообще за раз. Если он такой вот хрен к тебе подходит, в отличие от обычных этих деревенских, этот, если подойдет, он кусает голову и все, хана. Все. О, ты же мне дашь что-нибудь, правда? Давай ты ляжешь сначала. Было бы забавно, если бы он еще и... Ничего не дай... 4500. Ладно, ну деньги мне не сильно нужны, не сильно важны. Золотой меч, вставляй. Хорошо, открылось где? Наверху. Наверх? We go. Так, может у меня от автомата все-таки патронов больше? Ну и они тратятся быстрее. За счет того, что не такой сильный автомат. Патроны от него тратятся быстрее. Давай мы его и возьмем. Так, погоди, у меня все перезаряжено, нормально? Да, на семерочку. Это давай тоже добьем до конца. Класс. И берем автомат. Один патрон от дробовика меня немножко напрягает, честно говоря. Надо бы его выстрелить. Потому что... Так, хорошо, мы опять на улице. Потому что он занимает две ячейки, и при этом немного от него пользы. А просто так выкидывать, наверное, было бы обидно. О, хуба-буба? Скажи, что хуба-буба. Oh, черт. Ах, ты dropped ж, ну... A drug that'll stop your convulsions. Look, I know you're carriers. You've been coughing up blood, right? Да, брат. Yeah. And you. Yes. Damn it! The eggs have hatched. We don't have much time. А, у них уже паразиты. Паразиты уже вылезли. Let me come with you. No. You stay here with Leon. С Леон оставайся. He's better with the ladies. I'm sure. Факт. Why are you? It makes me feel better. Let's just leave it at that. Вот мотивы Луиса не сильно понятны, честно говоря. Мужик-то он хороший, но его мотивы вообще непонятны. А я не проебал где-нибудь сокровищку? Нет, сокровищка только внутри. Ну ладно, нам внутри надо. Пойдем сначала сюда. На нас, наги... Ой, ты куда попёк? Слышь? Матану. О! Матану! Так, ложись, Эшли. Эшли, ложись, ща я бомбану, ща бомбану. Я не уверен. Смотри, какие крысы, а. У! Тихо! Эшли, о, слушай, как удачно получилось, ее схватили именно в тот момент, когда должны были... Погоди, а где? Где кто? Э, ты далеко пошел, нет? Так, ну, блин, на тебя тратить. Ладно. Ну-ка, приляг. Так, хорошо. Из-за того, что они так замахивались и по-еблански. Давай ты умрешь, а? Давай ты... Спасибо. Спасибо, брат. Чё я говорил? А, еба. Вся толпа пришла. Так, ну не говори, у тебя тоже появится сейчас. Фу ты, какая мерзкая мразь. Он пытался, но ты пытался. Ничего не получилось. Денег не так-то много дал, честно говоря. Бум, есть кто живой? Никого не видать. Так, кто-нибудь тут зачилил, нет? Не-не-не-не, видимо, все вышли. Так, бомбочка. По-моему, я ни разу не доставал нож, да, в этом эпизоде. Пока вроде держимся, нормально. В случае чего, насколько я знаю, я смотрел, да, всякие... Ох, ты крыс... Ты крыса, ты все-таки попал, ты прикинь? Мразь. Да, можно чуть ли не всю игру пройти только с ножом, так что если вдруг... О! Совсем прижмёт, то мы знаем, что делать. Так, смотри, два чувака с щитами. Это достаточно большая трата патронов от дробовика. Или хуёво кинутая граната. Ебать, я лох! А, ну хоть одного убил, слушай, уже неплохо. Лол-кик! О, хай-кик! Хай-кик, мразь!
Да у тебя в голове уже дырки, все, перестань. Спасибо, 30 патронов. Слушай, он бро, все-таки оказался бро. Вы уверены, что нам сюда? Тут бочка взрывающаяся. Мне кажется, нас сейчас прижмут сзади. Очень любят меня обычно прижимать сзади. Так, может еще что-нибудь есть, пока я не ушел? Нет, есть взрывающаяся бочка. Мы попробуем ее сьюзать. Ключ от главных ворот. От ворот замка в натуре, прикинь, такой. А! Валим! Валим, Эшли! Ебани крысы, конечно, а? С двух сторон как залетели просто. А! Нахрен! Нахрен! Эшли, беги! Эшли, беги! Ладно, Эшли поймали, это не страшно. Это не страшно. Освобождение! Хорошо. Так, еще один мразь ходит снизу. Ой, как напряжно-то, а? Да ладно, ты какой мразь. Так, а тот куда идет? А, они оба здесь. А, тихо. Я пристрелил ее в голову, да ладно, да ладно. Сука, как не вовремя он поднял ее, прикинь. Так что я пристрелил ее. Кошмар, просто кошмар. Ладно, еще раз. В этот раз гораздо лучше получилось. Получилось почти всех убить с помощью этой бочки взрывной. Так что это прям кайф. Если вот у этой мрази голова сейчас появится, ну ничего страшного. Бляха. Я, честно говоря, надеялся, что все-таки не появится. Но ладно. С одной разбираться гораздо легче, чем с двумя, допустим. Правильно? Логично? Логично. Мне кажется, просто математично. Так, таймер, поехали. Мы вернулись. Мы вернулись на место. Так, что-то исчезает? Ничего не исчезай, ну-ка, все, отдай мне. А, ключ, есть ключ. Ключ есть? Комар есть, сука. Так, есть ключ, есть главные ворота. Надо эти два дела соединить. Так, это сюда, по-моему. Да. А, слушай, ворота-то не такие уж и огромные, как я в себе воображал почему-то. Отлично, мы наконец-то внутри. Входим. Так, самый мой любимый враг всех времен. Да, маленький злющий карлик, именно он. У тебя реально не стоит ни одной вазы, которую я мог бы прям при входе расхреначить, серьезно? Мрез. Мрез. I was starting to wonder when you might notice us. Who are you? Me llamo Ramón Salazar. Ах ты какой ты! Castellan of this magnificent architecture. I have been honored with the prodigious power. Почему у тебя подручных гусеницы? I've been expecting you, my brethren. Она вообще-то девочка. Не бро ты нам. Да, ветер дует, шторы раскрываются, поэтому ничего не поделаешь. Окна-то открыты, лето, понятное дело. Сам ты Скотт, я Леон. Умереть, в принципе, неплохой вариант. Но это не от тебя зависит, девка. Или нет? Посмотрим, посмотрим. Еще ничего не решено. Леону доверять-то особо нельзя, потому что откуда ему знать? Он что, ясновидящий? О! Мы начали хреначить. Все. А, сюда нужно три куска. Два куска. А хрен знает, сколько кусков нужно, но мы соберем их все. Gonna catch them all, как говорится. Да, блин, вот иногда я нажимаю быстро движение вперед, но из-за того, что прицеливание плюс А делает перезарядку, я вместо того, чтобы бежать, начинаю перезаряжаться. Не очень удобно. Не получается. Наверное, закрыто с другой стороны. Очень печально, честно говоря. Ну давай пойдем сюда. Сохраняться я не буду, потому что, ну что, тут и так есть чекпоинты, а выходить я никуда пока не собираюсь. Слушай, судя по всему... А это закрыто? Закрыто. Какая прочная дверь. Возможно, там тюрьма? Возможно, слушай. Откуда ты знаешь? Ты уже бывал здесь? Колись. Так, тут сейчас 100% появятся мужички. Картина. О!
Бля, говорят, деньги на дороге не валяются. И патроны, говорят, на дороге не валяются. Все валяется на дороге. Литерали, просто. Что за? Так, а кто-нибудь побежит сейчас за мной? Было бы забавно. Ага, спасибо. Захватить Луиса, сэра. Получил подтверждение, что сэра находится в замке. Причина его возвращения мне пока не ясна. Мы должны подобрать момент и схватить его. Когда мы поймаем сэра, нужно будет отыскать американцев. Кажется, вместе с образцом этот испанец прихватил таблетки. Они нам не нужны. Мы должны вернуть образец, чтобы во что бы то ни того всего. Я чувствую, что есть кто-то еще. Возможно, целая группа людей, которая пытается нам помешать. Если образец попадет в чужие руки, то мир, о котором мы мечтаем, никогда не будет существовать. Мы должны остановить сэра как можно скорее. Сэра вам не остановить. Насколько мы знаем, Луис вообще бессмертный гадина. Его не победить. Так, а что-то мы можем сделать? Смотри. О, ключ от тюрьмы. Сказали, может, это тюрьма, и это действительно оказалась тюрьма. Так, Эшли, в огонь мы не пойдем, мы же с тобой не дураки, правда? Мы пойдем туда. Нормально, нет? Так. А я сейчас просто открою, и что, ничего не произойдет? Меня никто не напугает в лицо, и просто дадут пройти мимо, правда? Сириусли? Мало верится мне в это. Вот так вот, фэншуй. Мазафака. Можно даже вот так вот. Так, ладно. Странно. У меня есть ключ от тюрьмы. Спасибо. Так, тюрьма. Так, Эшли. Эшли, собака ты сутулая. Стой здесь. Там ты мне точно не нужна. Вот прям 100 000 000%. Да, тут у нас большой брат. Но ничего, с помощью автоматической снайперской винтовки с ним достаточно легко справиться. Главное полутать все, что здесь есть, до того, как мы его выпустим, потому что потом это будет проблематично. Хотя, не вижу, чтобы что-то происходило. Так, хорошо. Ну, брат не сильно заинтересован, честно говоря, по-моему, в драке. Так, братишка. Смотри, давай так. Ты меня не трогаешь, я тебя не трогаю. Видимо, договориться с ним не получится. Охренеть, он настолько дерзкий. Так, нет, он настолько тупой. Так, теперь спокойно ходим. Спокойно ходим. Он потерял след. Он потерял след. Как только он повернется своей зиготой ко мне, мы просто разносим ему хлебучку. Если спокойно ходить, он никогда в жизни... Опа! Так, хорошо, он еще и тупенький. Мальца. Так, он понял, интересно, где я? Он бежит. Бежит? А, нет, не бежит, он туповатый. Ладно, ладно. Ну, слепой, блин, вообще жалко пацана. Жалко пацана, он ослеп. От этого все проблемы. Да, так он слышит прям мгновенно. Ага, ага. Слышит мгновенно, пытается сломать лицо. Точнее, отрезать, наверное, да? Росомаха вонючая. Ну, давай ты... А что ты, куда ты? Да, бляха-муха. Ебать ты, дикий! Перестань, не делай так больше! Это было достаточно проблематично. Я знаю, что можно бить в колокола, но это как-то слишком. Как-то слишком. Мы его и так уделаем, на самом деле. Так, он понял, где я, нет? Как будто бы понял. Слушай, вот ты какой! Все? Сколько выстрелов ему потребовалось? 3? Да ну, это совсем легенько оказалось. Да, я совсем не жалею, что не купил бабочку, потому что это была бы пустая трата денег, на самом деле. О, стой, вот сейчас. Follow me. Не отходи от меня, блин. Так, нам нужно... Я уверен, что теперь мрази пойдут. И нам надо скинуть на них... Ага. Матано, идем сюда, пацаны. Идем сюда. Идете, нет?
Cerebrus. Вроде конфликта между нами нет. Матало! Я лоханулся, блядь. А, ладно, хоть один сдох, вот тупые. Он, получается, сам забежал в огонь, что ли, или что случилось? Ладно, мозгами они особо не отличаются, но хоть кого-то убил с помощью ловушки, уже хорошо. Так, Матано. Смотри-ка. Да ладно! О! Да стой ты! Как я не попал в того, в кого-то, того, у кого динамит, а? Как я не попал? Неплохой битмейкер, патимейкер, но все, и это был конец. А где этот мразь с... Ты где, сука? Он где-то здесь. Еба! Камикадзе нахуй! О! Эшли! Эшля, я опять из-за тебя не попал. Да, ой, только не говорите, что босса опять... Да ладно, его надо убивать? Да, нет, не может быть. Да ладно! Бля, как обидно. Ну ладно, давай еще раз. Вот так и должно было на самом деле в первый раз получиться. Ну ладно, ладно. Никто не идеален, все бывает. Все, в этот раз мы столько сэкономили на самом деле хпшек. Это просто кайф. Просто кайф, я не могу это по-другому назвать. Давай возьмем пестик. От него много патронов копится. Так, я помню. А, тут больше нету мрази, да ладно. Все самоустранились. Видимо, я слишком рано убил тех, кто убегал, поэтому получилось как-то получше. Ну и ладно, мне лежало... Ой, да ладно, уже эта херня? Да ладно! Брат, вот ты зря бежал, честно говоря. Это ты зря. Так, Эшля. Где Эшля? Зигота убегает. Да ладно, Эшля, ты чё? Да ладно, она её сейчас. Ну ладно, хоть раз на это посмотрели. А почему она стояла, тупая, блин? Почему ее поймали прямо у выхода? Ну-ка, не ори. Бля, они расходятся, как мрази. Уходим. Ой, Эшля, тупенькая. Так, что мы имеем? Хорошо, они все сходятся, нормально. Главное, чтобы их сзади не было. Вот если они сзади, и они будут меня атаковать, это будет очень печально. Так, ладно, бегать и все лутать будем потом. Пока что надо как-то с ними разобраться. Например, с помощью Драбадана. Или нет? Культисты вонючие! Та-та-та-та-та-ра-та-та-ра! Так, тихо. Хорошо. Так, нормально, живем. Хорошо. Погоди, он просто... ему стало похуй, он просто сожрал ее голову, и как бы на этом все. Ладно, поехали еще раз. Ну, братан, ты последний представитель своего вида, честно говоря. Ты умрешь с почестями, хотя лица мы твоего даже не видим. Ну, ладно, бывает такое. Так, вроде... Все или не все? Все или не все? А, там где-то вдалеке бродит еще гуляет один пацанчик. Ну ладно, пока он там ходит, мы можем все спокойненько полютать. Он еще и окольными путями какими-то ходит. Видимо, убивать он нас не особо хочет. Так, чисто делает вид, что работает, чтобы Сэдлер не наказал, как бы. Блин, а они продолжают прибывать, между прочим. Пацаны, у меня патронов не бесконечно, честно говоря. Бляха, вот с этими особенно неудобно. Ты че на женщину безоружную нападаешь? Вот ты крыса, а? Ты не крыса, ты паразит.
Хорошо, хорошо, с паразитами тоже разбираемся неплохо. Так, ты хочешь полапать мою женщину? Скажи честно, ты хочешь потрогать мою женщину? Уходи. Так, мою женщину никто трогать не будет. Хорошо. Ну, нам действительно пришлось убить всех. Хотя тут раскидано столько всего, что я думаю, мне все возместят, получается, да? И все-таки они не бесконечно тут спавнятся. Они, конечно, поднимаются откуда-то. Но я не думаю, что это бесконечно. Да, вот еще брат, например. Джедай, например. Ну, что-то... А, перешел на темную сторону. У них халаты теплее на темной стороне. Да ты гонишь! Ну ладно, в принципе, я тебя понял, братан. Я тебя понял. Нет? Не понял? Понял, это пустая трата. Так, пистолет. Пистолет скоро некуда будет класть. Хорошо. Ты же такого не сделаешь, правда? Ты ж друг, ты ж брат. Спасибо. Слушай, реально пошел навстречу, братан. Так, ну, судя по всему... О, бочки. Найс. Что у меня не в перезарядке? Надо все перезарядить, а то я вот очень плохо, конечно, складываю оружие, не перезаряженное. Это неудобно. Это может потом очень больно аукнуться. Поэтому перезаряжаться надо как только, так сразу. Когда есть шанс. Так, пусто? Тут пусто. Но сюда придут пацаны, по-любому. Я почти уверен. Как только мы поставим вот эту женщину сюда, а сами встанем на другую платформу. Конечно, естественно. Так, Эшли, стой на месте. Я встречу их с подобающими почестями. Так, у меня очень много зеленой травы, между прочим. Я готов. Я готов, но ничего не происходит. Так, ты один? Ладно, не будем ждать, в принципе, ответа на этот вопрос. Follow me. Так. Если пришел всего один мужик, его даже жалко. Так, смотри, они не настолько умные. Нам удалось их обойти. Так, ну мы их опять всех выманим. Я их всех поубиваю. И как бы делов-то. Смотри, какие умные, а? Они окружают. Епа! Да ладно, ты ж без башки. Сука, вот это вот такой булщит, конечно. Вот, бля, убиваешь мужика, а он берет и возрождается. Ну, это прям булщит. Давай, давай. Бляха. Попал? Вот тут попал. Да ладно. Эй! Ну ты читер. Ну, это вообще-то запрещено. Так ходить уже не модно, не стильно, не молодежно. За это получаешь заряд, блядь, в грудину. Сука такая, умри. Так, хорошо. Единственное, что хорошо, действительно, это то, что эти мрази с, со шлемами, они ничего не могут делать. То есть, в плане перевоплотиться. У них шлем мешает. Так, надо бы захавать хоть что-нибудь. Давай увеличим еще максимум. Эшли у нас не сильно по лицу получает, поэтому ей такое не нужно. Так, давай крути, женщина. Бля, хотя я быстрее покручу. Эшли. Я, конечно, быстрее покручу, но... А кто ее защищать будет тогда? Вот, блин, хотел подбежать. Бум! Так, все? Слушай, смотри, как быстро она это делает, однако. А я думал, что она бесполезная. О, ты живой! Ну не вставай! О! Ну-ка, чё у тебя? Спасибо, еще и полтос, ни хрена себе. Они так... так о, они так разговаривают, как будто они вот прямо над ухом стоят, знаешь, такой... Море, море. Очень некомфортно. Мужики. Перестаньте так делать, мужики. Дай тоже патроны, а? Ладно, золотишко тоже неплохо. Так, тут Эшлю надо закинуть наверх. Это я помню. Тут есть двери, да ладно. Мы можем сюда войти? Да ладно, я никогда в жизни сюда не поднимался. Охренеть. Но тут целый горшок, вообще-то.
Вообще-то целый горшок, это неплохо. Пойдем посмотрим на другую сторону, может там тоже есть горшок. Ой, это всегда хорошо. Твой горшок, мой горшок. Смотри, горшки! Я мог упустить спрей первый. Серьезно? Спрей мог проворонить просто как нехрен делать. Какая грусть, печаль. А давай смешаем, ладно, одну двойную можно же сделать. Не запрещает никто. Ну и нахрен. Слишком сложно, слишком много. Так, давай сломаем. Пум, чтоб потом не ходить. И пум, класс. Так, Эшля. Да все понятно, ты-то можешь, но я тебе не доверяю. В любом случае, этих крана два, и мне в любом... 10 патронов, серьезно? Вау, я все смог полутать, охренеть можно. Так, патроны от снайперской винтовки, понятное дело, сейчас пригодятся. Можно перезарядиться, как раз 4 потратится. Отлично, есть свободная ячейка. Так, ну давай, давай. Ой, женщина, не сильно я тебе доверяю, конечно, в этом опросе, но... Ну ладно. Могло бы быть и хуже. Да, конечно, watch out for сама себя, честно говоря. Бляха, сразу мужики просто... Мужики хотят ее потрогать просто мгновенно. Ты посмотри. Ну-ка, не трогай ее, крыса. О, и ко мне бегут гости, ты посмотри, а. Да ладно! О! Ты погоди, не трогай меня! Бляха, они сейчас ее это... О, хорошо. Так, у тебя... О! У тебя есть брат! Да, сука, да ладно. Интересно, а много их сюда спустят? Да ладно! А, погоди, сейчас она побежит. Это была только одна сторона. Так, пацаны. Так, труп... Труп, хорошо. Появится голова? Не появится. Где она? О! Ща, не ссы. Ты посмотри, сколько их. Да погоди ты, погоди. Слишком близкий контакт. Так, я живой. Она? Она тоже живая, ты посмотри-ка. Хорошо. Почему безголовый мужик пытается ее у меня забрать? Так, он прилег, хорошо. Слушай, это как есть ты стапец. Так, сука, разбежался, ты посмотри-ка. Главное ей бедро не прострелить, блин, в этот момент. Вот это самое хорошее было в новости. Эшли, ты кончаешь уже, нет? Да нет, смотри, все еще. Да ты как не вовремя, ты сделал свой скачок вонючий. Я мог ей щиколотку сейчас прострелить, кстати. Была у меня такая возможность. Все, я думаю, на этом конец. Она сейчас будет просить ее спрыгивать оттуда. Они не успеют уже к ней подойти, практически 100%, я уверен. Надо потратить патроны от пистолета. Они, конечно, идут с двух разных сторон, но если никто из них не побежит... Найс! Слушай, водяная комната пройдена, прикинь. Да не ори, сука, я уже здесь. Валим, девка! О, валим, девка! Валим. Никто нас больше не остановит, валим. Мы можем разве что поиздеваться над немощными. Сейчас он попытается прыгнуть, мы его оттуда скинем нахрен. Ну-ка, присядь. Давай, иди сюда. Иди, братан. Ты давно не плавал, да, насколько я понимаю? Мира тебе, брат. Ладно, в принципе, тратить на них патроны смысла нет. Ой, а тут же нету сокровищ. Я же не пропустил никакое сокровище. Слушай, пропустил какое-то сокровище, прикинь. Сверху было, над головой прям. Ну ладно, судя по всему, сюда мы еще вернемся. Судя по всему, да? Да, там сейф, там нужны... Да? Да, там сейф, там нужны... Да, 3 кусочка, так что туда мы 100% еще попадем. Так, о, впереди какое хорошее все, погнали. Найс. В принципе, водяная комната, конечно, херня. Типа, достаточно сложная.
Так, тут надо будет по-любому что-то ломать, поэтому возьмем автомат. А разве у этих статуй в глазах не должно быть ничего? Мне кажется, у них из глаз можно было раньше что-то выбить. Видимо, теперь нельзя. Так, что мы имеем вообще? Тут сколько выходов? А входов? Никто не знает. Что-нибудь? О, ящик! Чуть не пропустил, слушай. Пятак, блин, патронов от дробовика. Отойди, пожалуйста. Wait. Так, стой вообще, не это, не путайся по тангами. Что это? Ручная граната, спасибо, спасибо. Так, тут стоит братишка. Нам, скорее всего, прямо. Тут же сохранение. Здорово, братан. Тебя я убивать не буду, хоть ты не даешь мне большой дипломат. Ага, ага, вот мы и попались. Вот мы и попались в ловушку Джакушкера. Так, слишком много у меня здоровья вдруг стало внезапно. Если тут есть хоть что-то, то я уже не возьму. Бля, ну а как я могу от гранаты отказаться? Типа, камон, кто в здравом уме вообще отказывается от гранаты? Ну, вот так придется. По-другому... А, погоди, я же мог похилиться, да? Давай я сожру вот это. Хотя вот это хорошо было бы. Еще увеличить максималочку. Ладно. Ах, супер дурацкая тройная зеленая трава, блин. Ну, блин, вот это прям обидно. Прям обидно, когда так происходит. Это всегда происходит от безысходности. Никто в здравом уме не будет смешивать три зеленые травы. Это прискорбно. Но не сказать, что прям катастрофично. А, погоди, еще можно на второй этаж подняться. А что на втором этаже? А, нам нужно... Что это такое? Топ задание. А что такое синее? Давай пойдем посмотрим. Эшли. А, Эшли стоит на месте. Класс! Люблю, когда Эшли не путается под ногами. Так, что мы имеем? Заперто. И что это? Эту дверь нужно открыть с другой стороны. Как скажешь, братан. Как скажешь. О! Я увидел. Наебалово. О, смотри. Я знал, что у нее в глазу есть шпинель. Он самый. Вряд ли продаван даст мне хоть что-то хорошее, правильно? Вряд ли. Но мы посмотрим. Welcome и тебе, ебать. Да, ничего нового на покупку не появилось. Я захожу каждый раз в надежде, что тут может быть что-нибудь новое, но ни хрена нету. 180 косарей снова накоплено. Я, конечно, мог бы сейчас прокачаться просто как мразь последняя, но... Но не тут-то было, не тут-то было, мы хотим хардкорчика чуть-чуть, поэтому, да, этого делать мы не будем. Так, спрей, конечно, очень хорошо, еще деньги есть, да пусть копятся, в принципе, мне покупать-то нечего. Comeback any time, конечно, а, вот оно, секретное. Не можете покинуть Эшли. Это тир, кстати, я в тире достаточно плох, как вы могли заметить, я попадаю процентов на 80 где-то. Что не сильно хорошо, но с джойстиком, мне кажется, простительно. Правда? Правда. Welcome. Использую тот тип оружия, который вы выбрали. Скорострельное, снайперское. А давай попробуем снайперское. Мне кажется, я со снайперским получше буду. Наверное. Так, давай попробуем. За это что-то дают, хотя я не помню. А за это фигурки дают, по-моему, да? А, я не виноват, тут как бы слишком долгая перезарядка, пацаны. Какое оружие мне дали, таким и пользуюсь. Так что, сорямба. Так, погоди, этих можно прострелить. Или нельзя? Ну, пока что вроде неплохо. Время перезарядки. Спасибо. Так, быстрее. А, слушай, пока что все нормально. А, да ладно, ты выстрелил не тогда, когда мне надо было. Не, оно сейчас уйдет. Ладно, хоть 50, неплохо. Так, в головы. Быстрее. А, не успел. Ну, блин, обидно. У меня перезарядка слишком долгая, типа, камон. Ну, ты посмотри, ну, перезарядка слишком длинная. 23 из 25, число призов 2. Ну, ладно, в принципе, это неплохо. А что ты мне дашь? Ну-ка, дай.
Что тебе нужно, незнакомец? Конец игры. Вы заработали две крышки от бутылок. Спасибо, блять. Практика, если вы заработаете, вы получите приз, получите дополнительные очки, если попадете в голову, пока вы хорошие результаты, если вы попадете в Эшли, то потеряете очки. Так, а что, что я получил? Крышки. Сокровища, говорит. Ну-ка, давай посмотрим. Ключи и сокровища. Две крышки получил. Какие, блять, крышки? А, вот эти, может быть. Да? Осмотреть. Две крышки. Да, да, получил бабёну. Еще раз. Leon, help! Кошмар. Все, я наслушался на всю игру. Надеюсь, больше она не скажет этого никогда больше. Больше. Так, давайте мы, наверное, здесь пока остановимся. Сохранимся. Я уверен, в принципе, что скоро уже конец главы будет. Но все равно пока что 3-1. Какая долгая глава, однако. Но я почти уверен, что после этого будет конец. А, кстати, погоди. Ее сейчас же похитят просто. Точно, точно. Ее сейчас похитят, и мы разделимся. Вот и все. Ой, ты, сука, включила свои, блин, эти... Леон, хелп! Сейчас будет, конечно. Вот, сука, ты вот именно туда встала, да? Вот-вот-вот. Не, она как Пич из Марио. Она просто создана, чтобы ее похищали, убивали, там, мучили по-всячески. Она все делает ради этого. Coming for you! Наверное. Со временем. Когда-нибудь мы точно ее найдем. Да, действительно, действительно пройдено. Действительно, меткость моя около 80. Я даже не спиздел. Конец главы. Ханиган, мы потеряли девку. А, это даже не Ханиган. Салазар, как ты... Мы закрыли линию. Мы не хотели рассказать Where's Ashley? Ah, oh, so she fell into one of our wonderful traps. Да, она не we'll самая make умная. Sure we find her. Don't you worry about her. Oh yes. Oh. I let our miserable insects out for some exercise down in the sewer. Выпустил ваших жалких жуков. Keep me company, 'cause boredom kills me. I look forward to our next encounter in another life. Не, ну карлик, конечно, уверен в себе. Давай осмотрим. Эшли находится с другой стороны. Я должен поторопиться. Ну, я, конечно, постараюсь. Ничего не обещаюсь. Дверь. О, слушай, в эту дверь мне, походу, и надо было, да? О, а тут будут эти. Тут уже будут жуки-пауки. Да, мне даже дали светошумовую гранату. Потому что тут будут жуки-пауки. Но на них мы уже точно будем смотреть в следующей серии. Так. У меня до жопы гранат. Просто очень много гранат. Вообще, в принципе, мы не так плохо идем, честно говоря. Я думал, все будет гораздо хуже, когда решил не прокачивать оружие. Но все идет достаточно неплохо. Да, но пока что на этом мы остановимся. Спасибо огромное, друзья, что досмотрели ролик до конца. Если он вам понравился, ставьте комментарий, пишите лайки, подписывайтесь на канал и на Телеграм. Плейлист с Resident Evil 4 в описании. Там же плейлисты всех остальных прохождений, что мы уже делали. И увидимся... На стримах, кстати, тоже, да. Залетайте на стримы. Увидимся совсем скоро в следующем видео. Пока.